Вы присутствуете при самом значимом событии в мире музыки этого года. Это круче, чем Евровидение, и даже круче, чем чемпионат мира по футболу. Ведь именно здесь, на этой сцене, мы станем свидетелями рождения нового шедевра, который будет звучать на всех концертных площадках страны. Да что там страны? Всего мира! Это шоу-хит, второй сезон. Мы начинаем! Встречайте, главный музыкальный продюсер нашего проекта. Человек, который взял на себя ответственность за все, что здесь будет происходить. Лариса Долина! Добрый вечер! Здравствуйте! Лариса Александровна, скажите, чего вы ждете от второго сезона шоу-хит? Наверное, невозможного. Стало быть, я жду чудес, я жду волшебства. Я хочу, чтобы в этой студии рождались шедевры, которые были бы не хуже тех песен, которые пишут наши известные и любимые композиторы. Я хочу, чтобы появились новые звезды, и у нас было как можно больше вот таких ярких композиторов, которые будут писать для меня, ну и для моих коллег. Спасибо, Лариса Александровна. Ну а сейчас добро пожаловать на ваш главный продюсерский трон. Сейчас на этой сцене появятся главные герои первого этапа программы. Наши музыкальные кабинки. Для кого-то они станут самыми счастливыми квадратными метрами в жизни. Вот они, 6 волшебных шкатулок для наших будущих звездных авторов. Второго сезона шоу «Хит». Люди, которые первыми ощутят на себе всю сложность выбора лучших среди лучших. Встречайте, Лолита и Витас. На самом деле, я даже не знаю, что вам посоветовать. Наверное, только то, что не надо входить в одну кабинку вдвоем. Время у нас ограничено, так что старайтесь запомнить песню с первого раза, с первого куплета. И не откладывайте свой выбор надолго. Сделайте правильный выбор, господа. Да. Вот. Лариса дамы. Александровна, я как раз хотел спросить. Вы хорошо знаете наших артистов и песни, которые сегодня прозвучат в кабинках. Посоветуйте, какую песню надо найти нашим артистам? У нас сейчас такой очень, как мне кажется, небольшой круг авторов, песни которых постоянно звучат. Но хочется свежего чего-то, правильно? Поэтому я думаю, что именно вот этого свежего здесь будет очень много. Вот я этого жду. И вообще я жду чудес, я жду волшебства. Да свершится чудо. Ну а теперь... Пора. Лариса Александровна, дайте старт первому музыкальному забегу наших звезд. Господа, на старт, внимание, поехали! Наши звезды выбирают первые кабинки. Времени совсем мало, пора начинать прослушивание. И вот Витас оказывается в кабинке, где звучит песня «Невеста» Ирина Кузнецова. Сегодня ты станешь самой счастливой на свете. Ты в цвете карамели с ванилью одета. Вы рядом, а значит, сегодня все лучше. Трогательно, да, мелодичная песня? Очень трогательная, жизненная песня, написана настоящими эмоциями для реальных людей. Поэтому она должна быть лучше, эта песня. Невеста всего лишь один раз. Невеста, а завтра ты вспомнишь, как было. Как в танце кружила и счастье дарила ему. Ах, сколько песен про невест написано, а сколько будет?
И станет ли именно эта песня хитом? Это во власти Витаса или Лолиты, которая заглянула в кабинку. И снова Саша Ткач и его цифровой геймбой. One, two, three, come on, просто жми вперед. Твой герой идет, свет из темноты. Здесь лишь я и ты, сердце как магнит. Мир как 8-бит, жми вперед, не стой. Я твой геймбой, просто жми вперед. Твой герой идет, свет из темноты. Пока Витя, по-моему, думает. Держим кулачки, держим пальчики. Я твой геймбой. Это просто... Спасибо. Оценил Витас, оценил нашего краснодарского геймбоя. Можешь и не прощать, я на ковре обид. Так не хочу летать, понял я в жизни все. Не для меня мала страсть, что к тебе влечет. Можешь меня теперь прошлым не упрекать. Я ведь могу еще заново все начать. Шансы у нас малы, и кто осмелится заново их уравнять. А сердце разбито, и времени нет. Мы бросили жребий, пропала монета. Что упустили, что потеряли, страсти метели. Дальше не могу уже, я тут такой ноту. Это... Тут надо ее подтянуть. Витас весь в раздумьях. Ты думаешь, или я еще пойду послушаю? Так, нет, я одну песню выбрала, сейчас вторую выбираю. Витас идет буквально по следам Лолиты. Кому из них больше приглянется песня навсегда? Сколько пройденных дорог, о-о-о-о, освещал всегда нам Бог. О-о-о-о, счастливы лишь мы вдвоем. О-о-о-о, и об этом мы поем. Жизнь связала нас с тобою неспроста. И судьба сердца пленила навсегда. Я разделю с тобой радость, печаль и боль. Не разведут года. Никогда, никогда, никогда. Дорогие друзья, если я не ошибаюсь, вы прослушали всех авторов. Теперь настал момент, когда вы должны делать свой выбор. Вы должны выбрать две песни, которые вы потом... Мне не дают говорить болельщики. Они требуют, чтобы вы нажали кнопку. Но какую это ваш выбор? Итак, Витас сделал выбор. Кабинка номер 3. У Лолиты выбор номер 4, кабинка. У вас еще одна песня, еще один автор. Лолита сделала два нажатия. Витас, за вами слово. Боже мой. Какая приятная суета. Дорогие друзья. Выбор сделан. Встречайте авторов, чье творчество было выбрано нашими звездами. Итак, дорогие друзья, Александр Ткач, Тимур Азбожгла, Ирина Кузнецова, Илья Ладаков. Ну, творчески вы уже познакомились во время прослушивания, но вам наверняка есть что-то уже сейчас сказать своим будущим исполнителям. Так что вы можете это сделать прямо сейчас, не откладывая, наверное, слова благодарности и так далее. Вперед! Ну, Витаса мы знаем как очень талантливого человека, исполнителя. Поэтому я уверен, что эта песня, которую мы написали, в его исполнении обретет новую жизнь. Я знаю, что в нашей стране множество семей, которым эта песня очень нужна. Так что... Мы безумно счастливы. Спасибо. Очень счастливы, да. Спасибо, Витас. Я тоже хочу поблагодарить Витаса. Огромное спасибо за то, что
выбрал меня, это некий второй шанс был, потому что когда зашла Лолита, у меня не очень получилось. Я думаю, что моя композиция может быть хорошим хитом, будет востребована у молодежи и вообще у всех. Ну и, конечно же, если вы послушаете уже не просто исполнение под гитару, а мою аранжировку, я постараюсь вас удивить. Ну и, конечно, кому вы готовы сказать спасибо за вот первую победу в нашем шоу? Ну, конечно же, спасибо Лолите. Да пока я не ожидала. На самом деле, мне очень приятно, и как бы эмоции, чувства переполняют. Вот, я думаю, что вы сможете спеть эту песню вот по-своему, что внести какое-то свое именно видение, свой колорит. Что вы, кстати, очень потрясающе спели, помимо того, что вы написали здорово. А может быть, и дуэтом? Может быть, и дуэтом. Но она очень здорово поет, правда, очень здорово. Спасибо. Илья, ну а вы кому хотите сказать спасибо? Я несказанно рад, что Лолита Марковна выбрала мою песню. Ну вот опять Марковна. Что значит молодежь вот просто? Вот чувствуешь себя рядом все равно Марковной. Мне кажется, с вашей помощью мы сделаем настоящий хит. Также большое спасибо моей поддержке. Антон, спасибо тебе большое! Ну и за секунду до того, как авторы и исполнители отправятся работать над произведениями, мы хотели бы услышать слова Ларисы Александровны. Если говорить о Лолите, она сделала первую песню, это очень правильный выбор. Мне эта песня вообще из всех понравилась больше всех. Я прямо удивлена, что такой молодой юноша написал такую вот драматическую песню, такой серьезный текст и красивая музыка. Это под силу только профессионалам. Браво, просто браво. Если бы я была участницей вместо Лолиты, я бы ее взяла. Молодец, Лока. Я никогда не сомневалась в правильности твоего чутья. Вторая песня мне показалась менее для тебя удачной. Но имею в виду, что у тебя потрясающий актерский талант. Ты это сделаешь конфеткой. Она более вокальная, поэтому спела бы я ее хреново. Неправда. Я не это имела в виду, ты же знаешь, Лола. Я шучу, Лариса. И поешь ты хорошо, не надо, не выпендривайся. Я шучу. Песня действительно очень тяжелая. Вот правда, я, наверное, бы... Вот... Ты знаешь, что она, понимаешь, для тебя. Вот, да, для меня тяжелая. Для тебя нет, не просто она не тяжелая, она слишком позитивна для тебя. У тебя очень хорошо получаются драматические песни. Да, вот это драмы, трогает до слез всегда, просто до костей, понимаешь? А эта песня, она очень позитивная такая, ну, хочется улыбаться, смеяться. Что касается Витаса, я не удивлена, что первая песня была правильно выбрана. Очень правильно выбрана, вот, да, совершенно верно. Песня твоя, безусловно. Немножко удивлена выбором второй песни. Ты таких песен никогда не пел, насколько я знаю. Но прошло довольно много времени, и тебя в России довольно долго не было. Может быть, ты нас удивишь? Сделаю все возможное. Мы провожаем наших звезд и авторов. Всю неделю они будут работать в студии, выбирать песни, придумывать новые аранжировки для новых хитов. А затем представят нам результаты своего труда. И напомним, что по правилам шоу работа будет вестись над двумя песнями. Но звезда запишет и споет только одну. Пожелаем удачи нашим звездам и их новоиспеченным авторам. Дорогие друзья! Увы, пришло время прощаться, но шоу-хит только начинается. Мы увидимся с вами ровно через неделю, чтобы услышать новые песни и узнать имена новых авторов. С вами было шоу-хит. Все самое интересное впереди. До встречи через неделю.